Это расскажу тебе такую историю. Там я видел в Канаде, как там такой канал «Хорошее здоровье», и там показывают разные фильмы. И там стоит мужик такой в парке Шанхая, показывает цигун, ему там лет 80 или 90, такой огромный, такой лысый китаец. И вот он делает такие упражнения, такие легкие, такие вот, прям как пушинка. А там вот поросль молодая, вот молодые, так сказать, ученики его, а он мастер. Они стоят вокруг и смотрят, как он это делает, и смотрят, как он держит руки, как он держит ноги, как стоит его корпус, и как он дышит и так далее. И он говорит в этот момент: «Я 30 лет искал эту легкость». И они там будут искать 30 лет. Почему? Да просто потому, что они будут повторять эту внешнюю форму, как это принято в традиционной школе. На самом деле можно же найти эту легкость сначала с помощью приемов ключа. Это же та самая нирвана, та самая левитация в цигуне, в йоге, во всех других методах. То самое состояние, да, оно же гармонизирует психологические и физиологические процессы в едином направлении, да? Нашел сначала легкость с помощью ключа, а потом уже разучивать любые упражнения. Это же как с горы катиться, это же легче, чем на гору подниматься, да, отрабатывая каждое упражнение в отдельности. Это совершенно новая школа. Да, до встречи, друзья.